Ежегодный всероссийский конкурс «Живая классика» – прекрасная возможность не только заявить о своем таланте, но и проверить свое умение работы на публике. Такие смельчаки – это школьники Десногорска не старше 17 лет. Ты же знаешь, православные всегда за отечество воевали. Юрка кипел от злости, но придраться к Толе кроме креста было не к чему. Танкист был, как полагается. Мы с Люськой ужасно обрадовались. «Давайте, — сказала Люська, — записывайте». «Господин учитель-гимназист, пожалуйте за это для переговора». «Госпожа Ветчинкина, коль решил держать себя просто, но с достоинством». Прочитать произведения русских и зарубежных авторов, понять, о чем писал автор, и донести смысл и эмоцию до зрителя – задачи, для которой нужно не только старание, но и талант. Свою оценку выступлениям давала профессиональная жюри в составе 4 человек. Выбор произведений, то, как вы пронесли их, прочувствовали, подали эти произведения, это, конечно, вот заслуживает низкого поклона вам, ребята. Выступления оценивались по нескольким критериям. Выбор текста произведения, эмоциональный посыл, четкость дикции и логические ударения. Участники конкурса получили памятные дипломы, а победители муниципального этапа «Табунидзе Давид», Семешкина Анастасия и Попугаев Матвей примут участие уже в региональном этапе конкурса, который пройдет в марте в Смоленске. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.